В'ячеслав Богослаєв зараз разом із нами, президент акціонерного товариства «Мотор Січ». Вітаю вас. Розкажіть більше про ваші дітища, якщо правильно так сказати. Ну, нужно понимать, что в Украине появилась индустрия вертолетная. Раньше этого не было. Теперь мы делаем буквально все. То здесь вот вертолет, он наполовину композитный. Композитные лопасти, стеклянная кабина, кабина уже без стрелок. Это цифровая внутри. Пойдем, я вам покажу. Давайте. Этот вертолет санитарный. Давайте, это санитарный вертолет. Нашего оператора доведемо всередину. Там зараз відкриті двері. Можете подивитися. Стеклянная кабина, самая современная. Это все произведено, придумано в Украине, украинскими конструкторами. Сертифицировано и летает сегодня в горах. Его потолок 7,5 километров. Крейсерский потолок 5 километров. У нас заказы на этот вертолет. Это санитарный. Давайте зараз пройдемо. Ви побачите вже всередині, а ми продовжимо розмову. Вот здесь полностью комплект европейского оборудования для сопровождения больного в любом состоянии. А, это уже на прикладе самой санитарной авиации, так? Санитарный вариант, да. В то же время у нас есть и военные варианты, мы их называем легкий ударный вертолет. Он летает во всех воинских частях, уже больше 20 вертолетов. Вот этот вертолет у нас... Заказ на 25 вертолетов. В следующем году мы должны 10 штук сдать. А самое главное, мы решили вопрос с лопастями. Вот перед вами это композитная лопасть. Вот она. На земле лежит она вот там. Это не металлист. Идем дальше. Это на боевой вертолет Ми-24. Вся наша армия уже имеет лопасти наши. Это композитная лопасть для большого вот такого вертолета. А вот он называется 8 МСБ, вот эта лопасть. То есть мы освоили композитное производство. 39 предприятий Украины работает на нас и 6 институтов, проектных институтов. Вот это на вооружение стоит вертолет, полностью модернизированный, новый двигатель, новый редуктор, новые композитные лопасти. Все это стреляет давно, поэтому на вооружение стоит самые современные вертолеты. Вот это тепловизор делает... Черкасский завод, фотоприбор. Он видит на 16 километров. На 16 километров. То есть полностью индустрия обеспечивает всю нашу армию. Це, наприклад, може бути, ну, звісно, у військових цілях. І навіть якщо взяти, ми от спілкувалися із представниками служби надзвичайної ситуації, це і пошукові роботи, тому що якщо хтось заблукав в лісі і так далі. Машини у нас, закази є на... От тут десантника бере 40 чоловік десантника. А кресло на 24 кресла для VIP-персон. Мотор Січ, зараз, ну, за вашими оцінками, наскільки потужності завантажені? Ну, так, ми лінію построїли на 60 вертольотів в год. Зараз робимо 20. Та будь заказу, будемо робити 60. Розраховуєте більше на внутрішні замовлення, чи є перспективи? Вот мы этот форум сегодня, он немножко предусматривает и ту возможность туристическую. Ну, представь себе, туристы из Киева прилетели во Львов. Со Львова до Гаверли, так? 6 часов автобусом или час вертолет. Вот для чего нужен вертолет. Он садится везде, где не сядет никакая машина, там не сядет самолет. Вертольот – це вже не розкош, це просто необхідність, і без нього, без вертольоту… Да, це ви сказали про внутрішні такі, а от чи є можливість і чи є потреба, наприклад, виходу на зовнішній ринок? Чи у нас і зараз… Ми завалені заказом на 2 роки вперед, зараз відкриваємо цех по производству фюзеляжей, а следующий етап у нас – це буде пасажирський вертольот, вертольот абсолютно композитний, из европейских материалов и на 8 человек. Так что перспективы есть, спрос есть. Вот перед вами украинские вертолеты. Да здравствуют украинские вертолеты! Дякуємо, дякуємо за коротку презентацію. Ми за мить повернемося в основну залу, де буде наступна дискусія і обговорення. Отож, це форум «Авіація та туризм».